Всем привет! Привет! Сегодня мы будем играть в Beyblade снова, но не в обычный. А в Роблоксе! Итак, давайте вместе посмотрим, что это за игра в Роблоксе про Beyblade. Так. Вот, и, кстати, мы поменяли своего героя. Да, но об этом никто не знает, потому что особо нашего героя никто не видел. Итак, мы оказались в какой-то хижинке или домике деревянном. Так, давайте выйдем на улицу, посмотрим, что на улице. Давай на велосипеде. Вот у нас под кнопкой 1 есть велосипед. Зачем? Давай, поехали. Ой, что-то так он едет неуверенно. Ого, посмотри, там что-то горит. Огневой шар. Ой, посмотрите, бегает. Что это тут происходит? Какие-то здания. Летающие. В небе. Смотри, какие машины. Давай. Мы можем прыгать на велосипеде, что? Так, ладно, этот велосипед, он не очень удобный. Посмотрите, мы окружены огромными горами. Смотри, тут что-то странное происходит. Что-то такое. Кошмар. Как я понимаю, вот это вот арена. Вот на арене уже какие-то блейды. Как видите, у нас здесь надпись Choose Bay. Сейчас мы выберем себе Bay. Здесь можно много разных выбирать. Давай вот. Сейчас какие-то красные, желтые. Давай синие хочу. Metal Syria Base. Давай вот этот. Какие-то еще зеленые. Давай все посмотрим. Вот давай еще вот какие-то синенькие. Давай вот эти. Выберем. Специальная edition. Вот. Да, давайте выберем какой-то, попробуем. Вообще, давай как вот в него этот играть? Белый. Давай. Как вот. В него всё. Играть, я не мы знаю. Выбрали. Так, нужно теперь вот запускать. Здесь под кнопочкой 3 у нас лаунчер. Ой. Вот, выпал наш бэй. Ой, он поднялся. Так, Эдик нажал, чтобы его контролировать. Все, Эдик поехал. Вот так вот. Ой, я его насквозь не совсем пробил. Еще понятно, как играть. Я его насквозь пробил. Да, я его развалил. А, нет. Не совсем понятно еще, как играть и что тут делать. Так, где он? О. Вот он, вот он. А, в атаку! За короля Артура! Эля. Так, давай, подожди. Мы его развалили. Ага, мы его развалили. Нас развалили. Не хочу его развалить. Так, как нам вернуться? Вот вернуться обратно, это нажать кнопочку 2. Смотрите, какой у нас герой. Давай теперь я попробую сыграть. Выбираю бэй, который нравится мне. Возьму Омега Драконис какой-то. Омегу? Так, лаунчер под кнопочкой 3. Бэй контрол. Лер. Контроллер, да. Все. Вот здесь какая-то атака. Ага, вот можно выбирать. Вот эти какие-то разные атаки. А там даже какая-то линия, наверное. Ой. Это... Ой, я уже кого-то атакую. Ну, он на тебя залез. Ну, он на меня залез. Давай, убегай от него, давай. Так что такое? Он за нами бежит. Решил покататься? А я тут не бесплатный извозчик. Что ты делаешь? Все, где он? Это не он. Опа, ничего. Ай-яй-яй! Да что такое? О, и, кстати, ой, я думал, нам развалили там. А ну? Опа! Что-то непонятное немножко, как играть. Может, кто играл, подскажите, что здесь надо делать, как правильно атаковать. Потому что я вижу, что у нас пока только жизни отнимаются. Как эти атаки вообще работают? Ты не знаешь? Да. Знаешь? А ну. Ой, как они прыгают? Ну. Что это? Ну, это наш прыгает. А как Б и их прыгают? А ну, как подпрыгнуть? Оп. Что-то не хочет. У него Роблокс! Блей! Я видел, да. Там Роблокс. Опять кто-то к нам прилепился. Давай. Я видел, у него там Роблокс на ней. Нарисован. Вот, вы видите, как дерутся? Ничего себе, как так драться? Очень интересно. Так, а где наш бэй? Нас уничтожили. Нас уничтожили.
напор. Давай вообще пройдемся, посмотрим, как воюют другие бои. Видите, как здесь сражаются? Тоже бои разлетаются в разные стороны. Но здесь можно сразу драться многим участникам. Не один на один, а целой компании. Так, собраться и устроить бои. Правда, конечно, не очень удобно как-то. Но мы еще просто не разобрались. Разберемся, тогда может станет понятнее. Вот, смотрите, много очков уже собрали некоторые участники. Но это, наверное, какие-то суперпрофессионалы этой игры. Ну, не знаю, не сказала бы, чтобы это супер интересный режим. Вообще, мы любим играть в Roblox. Но есть и повеселее режимы в Roblox. Выберем себе, какой мне нравится, хочу. Тут какие. Кстати, всем спасибо, кто подсказал нам название нового боя, который мы приобрели недавно в наших прошлых видео. Очень приятно, что вы откликаетесь на наши вопросы. Что ты делаешь? На мне катается. Да, возьми какую-то атаку. Да. Попробуем. Вот, вот эти кнопочки, это атака. Ну, у нас еще нет энергии. А, она должна тоже здесь энергия восстановиться. Вот так вот. И, ну, и у него что-то забралось. Тыщ. Мы смежались. Смотри. Мы... Что, я поехал? Что, да что это так за глюки такие? Что мы смешались? Получился вот такой блей. Но от него он за нами бегает. Да что-то отстаньте жизни от только нас. У нас отнимаются, а не у него. Сейчас мы на него будем кликать, и не у него. Вау, как они это делают? О, нас развалили. Прекрасно. Такой вот режим, не знаю. Может, кому-то и понравится, а может, и нам понравится. Но я чувствую, что мне надо немного времени, чтобы разобраться вообще с этим режимом. Если кто-то играл, пишите в комментариях. Может, какие-то подсказки нам дадите, как в нее играть, в эту игру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приходите еще с нами играть. И всем до новых встреч. Пока! Пока!